Проблема с разрушением бетонных плит здесь тянется на протяжении вот уже более 5 лет. С каждым годом ситуация становится все хуже. То времени нет, то средств у них нет. И вот так вот пока, ну, как у нас говорят, мужик не перекрестится, пока гром не грянет. Вот пока кого-нибудь не убьет, значит, оно так и будет. Как нам объяснили управляющие компании «Новое время», которая в данный момент обслуживает этот дом, жители сами не захотели принять тарифы на ремонт данных козырьков. У них был долг, заранее выполнена работа, это ремонт кровли в 2014 году. Собственники приняли решение, что они выплатят долг за 2014 год, а в июле этого года у них будет проходить собрание, где им также будет предложено ремонт крылец, отмосток и всех остальных работ по дефектовке. Кемран Кичимайкин, Константин Белов, «Наше время».